К новому учебному году гостелерадиокомпания «Вятка» совместно с Управлением Федеральной налоговой службы по Кировской области подготовила новый проект для школьников – телевизионную игру «Кто спасет планету Калиата». Каждый вечер в 18:45 на телеканале «Россия-24» две команды суперагентов будут спасать мир от экономической и социально-политической катастрофы. Авторы проекта подчеркивают, что идея девятисерийного шоу эксклюзивна и подобных примеров не было ни в практике телерадиовещания, ни в налоговой службе. Высший разум послал на Калиату две команды суперагентов 6D и Люди Микс. Им поставлена всего одна задача – спасти мир. Налоговая грамота – наука сложная, а для школьников еще и невыносимо скучная. Каждый педагог знает, что трудный материал дети лучше усваивают в игровой форме. Поэтому было решено создать новую игру про налоги. Для проекта были отобраны 12 пятиклассников Кировского экономико-правового лицея. Две команды – девочки 6D и мальчики Люди Микс. Они познакомились с налоговой тематикой на специальном уроке, а затем участвовали в самых разных испытаниях, мозговых штурмах и творческих акциях. Данным проектом мы хотели решить проблему низкой налоговой культуры, проблему правового нигилизма. Съемки продолжались 3 месяца. За это время ребята побывали в роли налоговых инспекторов, депутатов парламента, бизнесменов, журналистов, художников, общественности. В одной игре соединилось несколько научных и общественных тем. В планете Калиата зрители узнают и кризисную Грецию, и Кировскую область с ее социально-экономическими проблемами. А споры и дискуссии суперагентов помогут взрослым посмотреть на наш мир глазами подрастающего поколения. Рубка деревьев – это нехорошо. Загрязнение города из-за этого происходит. И так деревьев у нас мало. Надо делать полезное для общества, не только для себя. Да. В съемках проекта приняли участие известные в нашем городе люди – общественные деятели, политики и, конечно, сами налоговики. Огромную организационную помощь на съемочной площадке оказали волонтеры молодежного добровольческого движения «Добрая воля». А главным партнером проекта стал Кировский экономико-правовой лицей, администрация которого создала все условия для участия детей в съемках, в том числе на площадках КЭПЛа. Дети играют азартно, несмотря на то, что их главными игрушками давно стали продвинутые гаджеты. Эту особенность учли авторы идеи, поэтому игровой процесс и общение 11-летних суперагентов будет близким их сверстникам. Они искренне верили, что спасают планету Калиата, и бились за победу с олимпийским упорством. Но самое главное, кто спасет планету Калиата? После телевизионной премьеры 45-минутный телесериал налоговики планируют показать в школах нашего региона на уроках налоговой грамотности. Полная версия будет размещена и в интернете. А зрительское голосование за участников проекта начнется 3 сентября на портале Киров.нет. Татьяна Катаева-Платунова, Татьяна Хализова, Андрей Никулин для программы «Вести. Кировская область».